считаю, что это дело добровольное. И это обязательно должно соотноситься с желанием человека. Хочет он, чтобы ему вписали, пожалуйста, должны вписывать. Если он не хочет, чтобы ему вписывали в паспорт национальность, тоже никто не может возражать. Мы когда-то воспитывали так называемого советского человека, новую историческую общность, вне национальную и так далее. Что из этого получилось, понимаете? Раздрай, шатание и так далее, и так далее. Это тонкий вопрос, я считаю, что вопрос сугубо индивидуальный, сугубо чести, совести, не знаю чего, внутренних убеждений каждого.